Азарт в игре сильнее страсти в любви. Что уж говорить про желание побед и славы в боях, ради которых бойцы готовы на все, даже превращаться в монстров. Приветствую вас, благоухающие поросята, с вами Федорович. Сегодняшнее видео не для слабонервных, ведь любоваться принцессой, которая стала Годзиллой, может только Шрек. А не каждый боевой пельмень на это способен. Вавада. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Не упустите ни одной важной детали. Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю – Свавада. Девушки бывают офигенные, а бывают офигевшие. Это уж кому какая карта ляжет. Но какая бы тебе карта ни легла, если Габриэлла Гарсия по прозвищу Габби скажет лечь, ты ляжешь. Скажет варить борщ, ты сваришь. А что с тобой будет, если она останется недовольна ночными попрыгушками, я даже не представляю. Имея рост в 188 сантиметров, эта скромная девочка раскачалась до 100 кило сухой мышечной массы. Но железо – это лишь одно из средств для достижения ее главных целей. А они заключаются в единоборствах. Габби более 10 раз становилась чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу в абсолютном весе, что дало ей еще один прочный фундамент для достижения своих целей в ММА. Конечно, насколько этот фундамент прочный, вы будете решать сами. Ведь то, что вишня красная, не значит, что она сладкая. А в ММА, кроме борьбы, еще нужно и драться. Поэтому Гарсия очень усиленно решила заняться ударкой. Но насколько это у нее получается, увидите сами. А в этом видео мы посмотрим на все 7 эпичных поединков Годзиллши в ММА. Во время кризиса чиновники так сильно затягивают пояса, что вылазит второй подбородок. А во время боя с ударами затягивать не нужно, а то подбородок отпадет. 31 декабря 2015 года на турнире Ryzen состоялся дебют Габби Гарсии в ММА. В качестве жертвы была выбрана Лейт Тапа, профессиональная борчиха. Начало боя удивило всех, особенно терминатора в женском обличии. Плюха от Тапы посадила Габби на ее немаленькую сраку, но та быстро пришла в себя. По ходу боя девчули обменивались кривыми ударами, пока Габби не задавила массой и не добила эту пузатую мелочь. Чтобы сделать карьеру, никогда нельзя делать лицо умнее, чем у начальника. А чтобы запугать соперника, лицо нужно делать страшнее. Но вот против Габби это просто невозможно. 17 апреля 2016 года организаторы достали для Гарсии достойную соперницу, которая по габаритам практически не уступала бразильянке, а кроме того была чемпионкой по самбо. Но россиянка Анна Малюкова совсем не ожидала того, что произошло, а именно победа джиу-джитсу над самбо в борьбе. Настоящая женщина в компании других женщин должна быть либо умной среди красивых, либо красивой среди умных, ну или хотя бы так всем рассказывать. Но когда 25 сентября 2016 года в ринг поднялись две обворожительные бойчихи, мужики задумались, какие же плюсы там есть. Гарсия наивно полагала, что она уникальна, как Годзилла среди джунглей. Но сегодня ей довелось встретиться с Кинг-Конгом в женском обличии. Дестани Ярбро, профессиональный игрок в американский футбол, решила испытать свои 100 кило и слой сало-бетона на прочность в ринге. Но, как показал поединок, зря. А
Алмазу нужна шлифовка, а бойцу практика и опыт. Но не всякая практика идет в опыт. Хотя организаторы Ryzen считают по-другому. Поэтому 31 декабря 2016 года на растерзании мощно-бицепсной Габи в ринг выпустили Юмику Хота, которая всю жизнь занималась рестлингом. А на пенсии, видать от нечего делать, решила подраться в ММА. Даже не знаю, как это все назвать, но бабушку жалко. У нормального мужика есть жена и трое детей, а так хочется, чтобы было наоборот. Вот иногда и в бою. Смотришь на противника и хочется, чтобы масса была наоборот. 30 июля 2017 года Гарсия повстречала достойную соперницу, по крайней мере по весу, боксершу из России Оксану Гаглоеву. Но, к огромному сожалению зрителей, они так и не увидели, что же сможет бразильская горилла противоставить техничному боксу, так как из-за тычка в глаз бой был остановлен и объявлен как несостоявшийся. Некоторые люди только благодаря государственным новостям понимают, насколько они хорошо и радостно живут, а фанаты радуются только благодаря хорошим боям. 31 декабря 2018 года Гарсию ждало серьезное испытание в лице ее землячки Барбары Непомучено, профи-кикбоксерши, которая грозилась выбить из Габи весь тестостерон. Грозится, конечно, дело хорошее, но вот что-то сделать с бегущим на тебя Шварценеггером в юбке мало кто может, и Барбара не смогла, сдавшись после болевого. Я вам не показал еще один поединок против Вероники Футина из-за авторских прав, но там Габи также победила в первом раунде болевым. Рекорд Гарсии в ММА состоит из 7 боев без поражений. При этом все победы досрочно, и 5 из них в первом раунде. Какой она боец, решайте сами. Но при встрече ей свое мнение не высказывайте, а то мало ли что. У девки мужика нет, а рабов в подвале точно хватает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, смогли бы победить Габи в ринге или даже побороть на кровати, сил не хватит. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Да. Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Аджан! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из 10.
Ничего не успеваете, это убийство.